Всем привет, друзья, с вами Эрнест, а я продолжаю играть на Arizona RP Saint Rose. IP сервера, если что, есть в описании, также можете указывать мой ник при регистрации и вводить промокод на 6 уровне, хэштег Эрнест Шоу, который даст вам 200 тысяч. Ну и кто смотрел прошлый ролик, тот знает, что я снял сам себя с админки, то есть с помощью варна, выдал себе варн, и система меня антислива сняла с админки. Потому что когда варнишь или банишь админа, то тебя автоматически сервер снимает с админки. Думаю, это все знают. И в принципе таким способом я снял себя. Ну и что ж, теперь вот хочу показать вам свою жизнь после админки. Я сейчас зашел первый раз, кстати, в игру после того ролика. И что мы видим? То есть имущество, вообще, что у меня осталось из имущества? Давайте посмотрим мои машины. То есть это у меня Twin Turbo Energy 500, Maverick Twin Turbo, Patriot Twin Turbo, еще один Maverick обычный и есть Султан. Кстати, сегодня я его хочу продать. Сегодня с вами продадим Султан, поиграем в казино, может быть, еще что-нибудь поделаем. Сейчас чекнем, что у нас там по Фоме. По репутации, потому что писала, что она слетает. Ну, вроде красавчики, либо заместитель, либо сами участники семьи пополнили репутацию. Теперь у нас 2700 репутаций, в принципе, есть. И 122 человека у нас в семье. Ну, довольно-таки неплохо. Пока можно, в принципе, не заморачиваться и оставить все так. И, кстати, да, сейчас вы видите того человека, кто победил в конкурсе на 10 лямов. Я тебя поздравляю. Отпиши мне обязательно ВКонтакте. Но в этом ролике я хочу разыграть реальные деньги, потому что реальные деньги всем нужны, как бы, и думаю, только дурак от них откажется. В общем, хочу разыграть я в этом ролике целых 1000 рублей. Да, это очень-очень немаленькая сумма, просто косарь. Представляете, косарик чисто на халяву. И он достанется одному человеку. То есть одному человеку кто-то получит косарь. То есть для участия вам нужно поставить лайк под данный ролик. Обязательно лайк, это условие, потому что конкурса. Также подписаться на мой канал, поставить колокольчик уведомления, то есть, и написать любой комментарий. Рандомная программа посмотрит, кто выполнил все действия, и выберет один рандомный комментарий. То есть можете даже писать несколько комментариев, хоть миллион комментариев, так будет больше шанс у вас даже выиграть. Поэтому желаю всем удачи и обязательно участвуйте. В следующем ролике я скажу, кто выиграл. Так, ну и давайте сейчас зайдем в гараж, я возьму свой Султан и поедем на автобазар, попробуем его продать. То есть он у меня почти нулевый пробег там. Я даже не помню, сколько там пробег. Сейчас посмотрим. Так, давайте пропишем Cars, Султан, информация об авто. 25 пробега всего лишь. То есть почти новый. Я так понял, мне его кто-то продал с рулетки. Вот, поэтому он такой новенький. И я думаю, его должны у меня хотя бы забрать за ляма 4-5. Думаю, вот так вот где-то я смогу его продать. Конечно, было бы лучше его разыграть среди вас, но мне надо срочно освободить место, так как мне там обещали подогнать машинку одну Twin Turbo. Потом узнаете, что это за машинка и так далее. Так, ну а сейчас мы едем на автобазар продавать свою карету. Так, пацаны, тут что-то... Проедьте в щель. Какую щель? В твою, что ли, щель? Ну ты развратник, блядь. Чё он хочет? Мне можно проехать, ёпта? Командор, ты ёбаный. Как? Шоу в пас 352. На тебе паспорт, конечно. Надеюсь, у меня там звезд нету, потому что будет очень плохо. Сейчас, наверное, уберет объект, и я, конечно же, с легкостью проеду. Блядь, пока они это все уберут, у людей может закончиться терпение. Блядь, я им сломал, короче, решетку. Не знаю, как они ее ставили, но это было четко. Друзья, кстати, обязательно влепите свой лайкосик, мне будет, правда, очень приятно. Для меня это служит очень большой поддержкой, поэтому заранее спасибо за ваш лайк. Так, ну вот я подъехал уже на автобазар, и давайте посмотрим, кто у нас его купит. 5 кк, давайте 5 кк, скажем. Говорит, новую за 4 кк продают. А 25 пробы это пиздец старая. Прошу, братик, продай за 3,5. Ладно, я тебя смотрю. Хорошо, привет, тебе передаю. Давай, sell car то, так и быть, продам. 3,5 ляма. Все, поздравляю тебя с покупкой. Блять, сука, и кинул меня. Мне придется пешком, походу, бежать. Все, продал Султан, довези до казика. Довези до казика. Так, все, он мне открыл дверь, сейчас, надеюсь, довезет меня до казино, чтобы я не перезаходил в игру. И, в принципе, что, теперь у меня есть одно свободное местечко, и в следующем ролике вы узнаете, какую мне машину подарят, в принципе. Потому что я уже знаю, но спойлерить не буду. Говорит, 3,5 продай, больше нету. Сука, был бы я сейчас админом, я бы чекнул, сколько у него денег, по-любому он меня наебывает. Ну ладно, в принципе, мне не жалко там скинуть там миллион... 500 тысяч, это все копейки. Все, едем сейчас в казино, сыграем на пару ставочек и посмотрим, что из этого получится.
Так, все, у меня Давис в казино, давайте сюда забежим и посмотрим, кто там вообще на что играет, есть там ли игроки в карты. Вижу, там есть на 25 тысяч фишек, вот в принципе сейчас на 25 тысяч фишек сразу же и, наверное, и сыграем мы. Так, пацаны, игра началась, козырь черви, кто ходит, куда, я пока не понимаю, но у меня есть одна козырная, в общем. Так, король, хорошо, можно короля подкинуть, в принципе. Ну все, тут уже есть победитель, как бы, и что я тут сделаю? Ничего, надеюсь, что уйду хотя бы в ноль. Так, а пацаны, а вот тут, по-моему, я уже затащил. Если я не ошибаюсь, но, по-моему, я выиграл. Да, плюс 25 тысяч фишек, в принципе, на изи поднял 2,5 миллиона. Как нехуй делать. А вот и обратно проебал. Все заебись, все по плану. Так, вот сейчас я должен затащить по-любому просто. Да, по-любому, смотрите. Оп, все, затащил. Короче, в плюсе я также остался на 25 тысяч фишек, потому что я два раза проиграл. Один раз была ничья, и в итоге я решил уйти лучше вот так вот. Давайте сейчас продаем. И я получаю 4 миллиона 250. Ну, в принципе, я в плюсе на 2 с чем-то ляма. Неплохо, неплохо. Вы попали в Эрнеста Патруль. Да, всем привет, кого вижу. В общем, друзья, я надеюсь, вам понравился данный ролик. Блять, кто-то меня сбил. Вы поставите к нему лайк, подпишитесь на канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики и также стримы. Всех обнял, всем пока.